Хочу также пару слов уделить тому, в честь кого назван музей. Это Серебряков Александр Михайлович, иркутский купец первой гильдии. Вот так он выглядел. Представитель 6-го поколения крупнейшей коммерческой династии города. Иркутский купец первой гильдии коммерции, советник, золотопромышленник, судовладелец. Содействовал развитию транспортной системы Сибири, освоению Северного морского пути. Самым значительным стало его участие в организации экспедиции 1878-1880 годов, доказавший возможность сквозного плавания по северо-восточному проходу. Более 1,5 миллиона рублей отдал на развитие просвещения в Сибири, ее изучение. Гласный городской думы награжден орденом Святого Владимира Полярной Звезды, пальмовой ветвью, медалью Ирга. Его именем назван остров в Енисейском заливе и ледокольный пароход. Автор книг. Постановление Иркутской городской думы от 28 апреля 1892 года присвоено название «Почетный гражданин города за активную деятельность и громадные материальные жертвы в делах поднятия народного образования и религиозно-нравственного чувства в народе, а также в предприятиях, имеющих целью развить экономические силы на благо всей Сибири». Также в музее огромное значение уделяется церкви, которая поставлена в Чеченской Народной Республике. После того, как окончилась кампания, соответственно, для наведения вот мира, порядка, туда отправлялась полиция и так далее, различные служащие, в том числе церковные, и там поставлен Иркутской церковной епархией храм воздвигнут, построен, воздвигнут и ныне действует.